Сейчас, чтобы найти нас в телевизоре, приходится нажимать трехзначное число на пульте. Еще и у каждого оператора оно разное. Конечно, для наших зрителей это не могло быть преградой. Кто ищет, тот всегда найдет. Но удобного мало, согласитесь. Все это скоро будет в прошлом. Импульс Севера переходит на вещание на 22-й кнопке. Мы много ради этого старались. Создавали больше уникального контента, снимали для вас и про вас. В общем, делали все, чтобы быть достойны этого. Кстати, подготовка к конкурсу заняла не один год. Так как очередь шла очень медленно, по разным критериям отбираются города и так далее, поэтому до нас очередь дошла только в этом году. Еще раз, уже Роскомнадзор, который федеральный центр, они еще раз проверили наши документы, посмотрели наш презентационный ролик, директору задавали много вопросов, которые их интересуют. Ну и было решено, что мы достойны. Чтобы получить право вещания на 22-й кнопке, необходимо соответствовать этому статусу. 75% эфира должна заполнять национальная продукция и не менее 20% – программа о жизни города и региона. Весь контент, который произведен в России, является национальным. Поэтому, соответственно, и наше вещание, и покупной контент – это национальная программа. Мы закупаем контент у крупнейшего поставщика, это компания СТП Медиа. Проходит анализ. Работает множество людей и анализирует, что люди смотрят, когда люди смотрят. И основываясь на, соответственно, интересе зрителя, мы приобретаем тот или иной контент. Открытость и оперативность отличают команду «Импульса». Попали утром в объектив нашей камеры, ждите в обеденном эфире. Пожаловались в соцсетях на отопление. В вечернем выпуске мы разберемся в ситуации быстро, качественно и доступно. Особенно теперь. Если сейчас мы, например, в Ростелекоме находимся на 754-й позиции, то теперь мы будем, ура, на 22-й. И нашим любимым зрителям не придется перелистывать кучу кнопок и каналов, чтобы посмотреть наш контент. Согласно закону о связи, все кабельные операторы в городе должны переместить нас на 22-ю позицию, чтобы зрители могли свободно смотреть местные новости и программы. Процесс запущен. Совсем скоро нас будет легко найти и тяжело потерять. Каждый вечер с семьей мы смотрим информационные выпуски «Импульса» и очень рады, что теперь мы сможем найти и с легкостью объяснить знакомым, что «Импульс» на 22-м канале. Даже если ваш оператор сейчас не транслирует телеканал «Импульса Севера», скоро не придется залипать в телефоне, чтобы быть в повестке. 22-я кнопка любого провайдера перенесет вас в студию к Павлу Прожогину, и вы будете в курсе всех главных новостей города и региона. Милана Федорова, Виктор Ятленко, информационное агентство «Импульс Севера».